Вещи не выдождёмся. Твоя девочка, пусто моя грудь. Я не знаю, как тебе сказать на тульбу. Но походу твоя сука меня любит. Да походу твоя сука меня любит. Твоя девочка, пусто моя грудь. Я не знаю, как тебе сказать на тульбу. Все подписываемся на наш инстаграм. Да почему? Я запутался во сколько, дым летит, куда он хочет, он свободен. Так, короче, меня воспитал мой город, я звезда на блоке. Говорит, что любит, она говорит так многим. Кеша не бывает, много хол, мне нужно больше. Сука из Канады, и мы курим с ним в посольстве. Будущие звезды, Платина и Оджи. Ну дать твоей малышке, Кришуля и Роберт, и она довольна. Твоя девочка, пусто моя грудь. Я не знаю, как тебе сказать на туре. Но походу твоя сука меня любит. Да походу твоя сука меня любит. Твоя девочка, пусто моя грудь. Я не знаю, как тебе сказать на туре. Но походу твоя сука меня любит. Да походу твоя сука меня любит. Все пишем, ты из какого вы города? Что за депрессия? Нет, давай интервью с кодом. На ладонях лежит разобрать. Брык или снег, кто деленив или слеп. Ага, еще что тебе может тебе. Еще что тебе может тебе. Что ли? О, давай 8. Чего? Конечно. Короче, из какого вы города, блин? Кто из Питера? Хорошие курочки. Какие курочки? Ты видишь тут курицы? Я вижу только... малых, что мозги, что мозги, мозги есть, если что. No, you can't save them, man, I'm not. Smoking yellow weed, I'm on an alcohol. Shawty make me cleaner when she suck me up. I keep two arms in my bed, I got them turned on. What would you do if you heard I got it going on? I shoot the burn, I left scammers, I had to deal. Gotta watch for 12, around my town, you might get killed. I'm on my mind, yeah, I'm high, but I'm real. You can't be lied, boy, I got it on film. You gotta watch out where you rock, this shit get real. Drink too real, I can't be fake, I'm know to feel. Gotta take a long drive up the hill. Get too heavy, moonlight, maybe seals. I'm too heavy, think I need to live. Chicago, baby, she just wanna drill. The vibe's too heavy, it's too hard to kill. Gotta watch out where you go, this shit get real. Ой, что это? Ты сикстина. Да что за депрессия? Давай Лил Мортик. О, давай это. Это как там? Шаутик. Это правда. Суперман. Ты на снег дороги. Там много снег дороги. Куплю на горе, все давай. Я говорю, дуре давай. Мы лежим дым, как рекой рукой. Мы лежим в ноги на бах. Снег на ног, как будто и как будто. Я знаю, дальше не санта клав. Я курю много рисунка. Я курю много санта клав. Снег на ноги, а будто сияешь. Это как мелкий кристалл. Сети загадят бы так. Сети с как модель, ты знаешь. Давай, знаешь, что?
а ты можешь разыграть друга, почему? А ты можешь разыграть друга моего друга, потенциал, чего на участие, я не знаю, кто это, но давай мне раздадим песню, как будто бы вайфа. 60 зенов я прячу под шапкой. Наркота делает тихо кушатки. Узкие глаза, как будто бы шанкой. Получил свое и сказал ей байбы. Я вычеркнул ее в барбере майкой. Попросил верхнюю кидать. Короче, давайте. Буду звонить вашим друзьям, говорить, что на твоей кеды я надел страшно. Как хотел выкурить и ваза. Keep it going, мы слепим хаосы. Беру педали, я скидывал лица, растолкал дэнные сиськи, бегали переходы. Ну что, все замолчали, давайте что ли присоединяйтесь. Мне нужно много. Вот, давай, все, звони сейчас. Все, сделай тише, возьми на WhatsApp. И что? И что? И что сказать? То, что беременна? Сука, ей нужно время. Кто это вообще? Она зачёт. А, о, сам даже. А что сказать? Что сказать? Короче, говорите, что сказать именно. Сейчас. То, что беременна. Если это получится, будет весело. Давай, 8-9. Давайте 50 людей вот здесь. Да, 50 людей мы будем звонить. Диктуй номер. И вот я сейчас уже закаю. 8-9-2-0-8-9-4-4-8-5-7-5-7. Давайте 50 человек набираем. 50 человек набираем, все, кто заходит. И будет, сдвоемся. И мы звоним бывшему. Если вы не возьмете, то напишите. А, хорошо, окей. Мы ему голосовых отправим. Нет, давай посмотрим, что он думает. Ну, если он не ответит. Вот. В общем, еще 4 человека. Всем привет, я знаю, хотите познакомиться? Конечно. Вот, никто не уходит, и мы звоним этому. Ну, извините, я не знакома. Давайте, 4 человека, давайте. Давайте, ребятки, не уходим. А, это мы должны написать. Нет, у дядьки шашлык. Вот, все, у нас 50. Всё. 59, 57. О, давайте. Сейчас будем звонить. Сейчас, ну, куда вы все ушли? Давайте, не уходим, не уходим. Очень маленькие. Да, нормально нам. 60 человек. Так, все, значит. Зовут, как его? Чё? Как его? Шай. She wake like a diamond. Короче, давай. Сейчас я вырубаю эту музыку. Так его записал. Bluetooth waiting for connection. Не обращайте внимания на говорение этой колонки. Ну вот, это веселье у нас, конечно, такой гиперактив просто, я не могу. Кому еще позвонить? Если бы у меня было бы выбор, или ты мог бы села на пожизненно. Ты нам пишешь, что написать ему? Или кто это? Я вообще? Не знаю. Я не врубаюсь. Какой красавчик, слушайте. Уф, какой, такие бурури просто, такие кабаны пошли. Банки еще просто. Да. Позвоните маме. И зачем? Ну ладно. Не отвечу. Честно, ему... Напишите ему, если не берет. Слышь ты, блин. Давай, присоединяем кого-то. Ты чё не отвечаешь? Уэсэптик. Кто-то присоединился. Кто-то там пердит нам микрофон. Он прочитал. Он прочитал. Звоним еще раз. Он прочитал, он онлайн. Извините, с ушей кровь идет. Всем привет. Да, он отклоняет, кстати. Он бросает. Он нас бросил. Ну и пошел в жопу. Он расслушал, кстати, одну. Послушаем. Да, к ней. Не обязательно, то есть молодые сервы. Вы над кем издеваетесь? Я не знаю, я так внезапно зашел. Мы ни над кем не издеваемся. Мы... Да, я по глазам вижу, издеваетесь, я вас знаю. Кто? Нас попросили позвонить, не... что мы позвонили. Что такое издеваться? Я не знаю. Это кто? Это писатель? Это такой музыкант. О, да.
Сразу. Вы заняли? Конечно. Вот, все, молчу, все, проехали, все. Он давайте написал, я... написал, ты он кто? Написал, он такой, ты кто? Мама твоя. Я скажу, мать твоего ребенка. Мне кажется, у него немного психика сломалась. Смотри, а ей не жалко вообще, она ломает. Ух, как ее звать? Кого? Кому мы звоним? Рыжую. Которая на меня сейчас смотрит. Какая из... Где ты тут видишь рыжую? Можно вопрос? Тебя я называю рыжей. Я не рыжая. Я знаю, что не рыжая, но я называю, что ты рыжая. Для меня ты рыжая. Я русая. Я светлая русая. А ты можешь так много места не занимать? Короче, подруга, ты запомнил, да, то, что я ее рыжей называю? Все. Только ей не говори. Хорошо. Чтобы она не понимала. Вы кто? Не понимаю, казахи. Как? Он написал, не понимаю, как. Какие казахи? Можно не называть, нет? Конечно, а мы казахи. Какой был вопрос? Мы казахи. Нет, до этого. Я не знаю. Вот тут молодого человека сверху. А, это мне, что ли? Так. А подсказала будет, нет? А тут вроде несколько человек нельзя присоединять. Там уже человека три хотели присоединиться. Да не надо, там будет вообще куча мала. Я выйду, потом добавлять. Я ненадолго зайду. А ты из какого города? Тюмень. Далеко. А вы откуда? Из Питера. Питер это где? Ты не знаешь, где Питер? Серьезно? Питер так где? Я не знаю, я первый раз слышу. Как можно не знать, что это Питер? Да я не знаю, нет, там вообще этот, ну там говорят, деревня, типа этот, городского типа, там, типа, стоят старые дома, короче, и за друга стоят, правильно? Нет? Там еще до вас это, там это, какие-то поезда ездят, короче, вот, чтобы вы до Москвы добрались по-быстрому и на самолет сели. Нет? Я ошибаюсь? Да ладно, шучу же, угораю. Нет, нет, я знаю. Какой человек может... Нет, просто Питер, он там, знаешь, он двойственный такой, там, мне казалось, там какой-то грандиозный город, но он больше такой старинный, там... Ну, когда я увидел, когда люди там живут, меня это удивило. Там есть такие реально квартиры, которые там, типа, бывшие общежития, то есть вот там, ну, там вообще жить невозможно, то есть вот, а люди покупают там за несколько миллионов, ну, вот, все, удивительно. В курортном районе хорошо. Короче, дико извиняюсь, но я сейчас вот пишу свой инстаграм, можно подписаться. Да я тоже с вами пишу, это охренело, блин. Меня бы это попросили вообще-то. Мало ли, что тебя попросили. И поинтереснее. На 30 подписчиков побольше. Ну, у меня есть еще один инстаграм. Зато у меня лайков больше. Зато я рисую. Я тоже рисую. В смысле, ты рисуешь? Вот я не ошибся. Вот слева, вот прям я знал, что рисует художественный человек. Мне вот нужен. Вот ты видишь вот этого дракона? Тут его я тоже рисую. Серьезно? Это я нарисую. Офигеть. Давай сама уедешь. Офигеть. Я кастом рисую. Опа, все. Такие бурури. Такие люди мне нужны. Короче, если нужны фотки, пиши мне в дирек. Какой директ? У меня инстаграма нету. Ну, тогда не знаю, пиши куда-нибудь. Да, у меня почта России, я тоже с ней не общаюсь. Все, все, у нас пути потеряны. Или там вообще. Могу вам обложку нарисовать на какой-нибудь там трек. Сразу таки все расстроились такие. Нет, это я мне просто привычно так вот я вот появляюсь там раз в два года где-то и снова исчезаю. Вот у меня так вот происходит. Но соцсети, они реально просто занимают много времени. То есть я не могу, то есть если я был бы девушкой, да, я бы фоткался, я бы постоянно выкладывал какие-то новые фотографии. Вот здесь я нахожусь там-то, делаю то-то, кушаю это. Вот, ну, блядь, если ты парень, блядь, я что? То есть, ну, весь... Я не занимаюсь. Нет, ну, все равно, ну, девушки, они более ну, такие, так сказать, художественные, они что-то любят, ну, что-то им нравится. Там, нет, я не из такого круга общения.
Да нет, нет, я понял, про что ты говоришь, но это уже чересчур, ты имеешь в виду. То, что, да нет, я же не про это говорю, то, что я же даже косвенно касаюсь. Все равно у девушек есть такое, то есть, это нормально, я ничего против не имею. Да подожди, мой спросили, там спросили, людей рисуешь. Да, я рисую. Я рисую портреты, я рисую на шмотках, я рисую все, что угодно могу нарисовать. Паспортные данные, можно, пожалуйста? Паспортные данные, конечно. Я вам мешаю. И надо подписаться на мою подругу, потому что если вы не подпишетесь, вы просто лохи обоссаны. Подожди. А подруга чем занимается? Как? Раньше занимался Дионова. Вот. Потом я Я тоже могу свою работу подать, это я еще не выкладываю. Так, а подруга чем занимается? Тоже рисует? Ты сейчас, ты про меня спрашиваешь? Да, 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 про тебя. Я вообще-то только что все это рассказываю. Да? Блин, мне просто обидно то, что я думал, блин. Что там пишут? Я тут заказчиком хочу там пишу. Тупит ужасно. Короче. Я говорю то, что я занималась раньше плаванием, музыкой, но я ушла, еще я на вокал ходила. Потом я занималась 10 лет балетом, ну, таким недобалетом немножечко. Сейчас я тоже рисую и... Молодец! Молодец! Молодец, только вот кто-то говорит, молодец, с такими не общайся, да? Запомнила. Вообще молодец. Я, кстати, ни разу не была в художественной школе, вообще ни разу в своей жизни. Нет, мне вот художественная гимнастика, знаешь, просто есть гимнастика, есть художественная гимнастика, я тоже как-то не сильно понимал, что это за... Что нас это разводят там постоянно, там, какие-то что-то пишут. Там, вот. Я тоже, в принципе, до сих пор занималась. Я 12 лет танцами занималась, там были разные направления. Там всякие... ну, основная это классика, русский народный, эстрада, хип-хоп и... Что там еще-то было? Джаз модерн. Ясно. Нет, ну главное заниматься тем, что нравится, и вот что нравится, тем удовольствоваться. Вот. Я же написала в Инстаграм Just Try to Sleep. Девчонки, вы вообще не туда залезли, не знаю. Вы Инстаграм хотите свой распиарить? Да. Ну, здесь только хачки подпишутся, не русские. То есть зачем вам это надо? Не русских много. Нет, вообще зашли, потому что мы ждем, пока наша еда остынет. Да, ага, заказали еду. Just try. Ясно. Вот так просто. Вот, у меня уже все есть, как бы я там... Блин, она, смотри, она даже... Блин, как подругу звать? Какую? У которой рот не закрывается, она все время улыбается, потому что просто не закрывается. Нет, два зуба торчат. Нет, у тебя белые зубы, которые вон справа. И у тебя тоже белые. Да не, просто у нее она просто рот не закрывает, у нее так как будто постоянно улыбка происходит. Она вроде бы даже и серьезная, все время с улыбкой. Кто? Ты о ком говоришь? Ту, которая маникюр, да, маникюр, который там. Да, вот, все красиво, все. Молодец, все. Смотри, какая футболка. Хахали. Да. Меня зовут Таисия. Таисия. Ну, коленки хрустят. Короче, Тая. Знаешь, это есть там песня такая, Таю. Поется одна песня. Песня про Таю? Нет, не про Таю, а Таю там типа тает лед, но там есть просто Таю. Ясно, понимаю. А что? Еще ничего ты не поняла. Все, я молчу, я не знаю. Говорил кто-то, я не помню кто. А кто отгадает, как меня зовут? Ну так а дальше что?
песни. Я сам забылся, пока рассказывал, забылся просто. Ну, потому что девчонки вот улыбаются постоянно, но я вообще, я вот рад. Не знаю, у меня так не получается никогда. И пацанов там. У нас постоянно какие-то проблемы, у девчонок всегда весело. Постоянно вижу какие-то. Они всегда на радости. Мы тут пришли, погуляли с мальчиками, приготовили, сидим тут. А еще у моего друга недавно вышел альбом, точнее сегодня, несколько часов назад, поэтому... Да, а пацаны постоянно ебашут нормальные, да, там, не знаю, с кем мы там гуляли, да. На Алисе, на Инстаграм, там у нее в истории есть, как бы, да. По поводу этого альбома можно послушать. Еще не скоро выйдет трек моего друга, еще одного моего друга, и я рисовала обложку. После такой рекламы я бы вас просто бы заблокировал и позвонил бы всем рекламодателям, чтобы таких слишком агрессивно. Агрессивно. Ну, слишком агрессивно натягиваете свое. Не, а так вообще милые, милые, красивые девчонки, очень любознательные, очень молодцы, в принципе, хорошего будущего. Вот такие вот мы девчонки. Главное этот сильно не стараться и не перестараться, и все. Ну ладно, давайте не агрессивно. О, 100 человек. Короче, прорекламируем. Какие мы популярны. Не агрессивно. Итак, сегодня... Сегодня мы отправляемся Алиса. В путешествие по открытому космосу. Нет, не агрессивно, ты неправильно поняла меня. Я имел в виду другое. Мы можем наблюдать, как самка человека. Самка человека. Пытается охмурить самку мужчины. Идите в жопу. Какие охмурить? У нас здесь и вот... Я хочу поцеловать. Меня просят поцеловать Алису. Оу! Нет. Просто понимаешь, я хачик, вот, и 95 человек, тут здесь тоже хачиков, поэтому у нас 96, а в общем 111 в чате, получается 96 минус 111, сколько? 4 плюс... 15 русских, понимаешь, и все. 15 русских, зачем 15 не русских, поэтому надо общаться более аккуратно, потому что у нас, а у нас, видишь, менталитет, нам нужно, чтобы как-то соблюдалась так, чтобы мы там соблюдали то, что не соблюдаем сами. Как-то так. Скажу одно, я ненавижу вот эту всю политику, вот эту всю... Вот эту вот кашу. Ну, у нас рамки есть, нет, мы раски соблюдаем религию, поэтому рамки есть, поэтому мы соблюдаем. Мне все равно. Что сказал? Понял. Иди поспи, как поспи. Да шучу, это была шутка, это был сарказм, я шучу. Я просто говорю то, что тут, то, что есть люди, которые постоянно здесь, в основном, ну, большинство. Чего ты сказал? Янка. Янка. А сколько у меня процентов? Сейчас, если вылетит, то просто как бы сейчас вернусь. У меня 2%, поэтому мне надо сделать вот так. А где вообще зарядка вообще? Как вы вообще? Блин, она такая молодая. Сколько лет, я не помню. Кому? Ну, старухе той. Вот этой старухе? Да, нет, вон той. Я ее не вижу. О, господи, вон той. Где зарядка? Твою мать, да. Ай! Говна кусок, глаз мне в жабу просто. Где она? Отрубится она. А, бля! На. Алиса? Алиса в стране чудес, что ли? Откуда, блядь, ты узнал, как меня зовут? Я, да, потому что у тебя ВКонтакте. А, о, ты... привет. А, привет. Да что у меня? Я с ней пообщаюсь. Твоя зарядка. Нет, почему у меня зарядка? Она добрая, она злая. Ну, я знаю, что она злая, короче. Ну вот, она сейчас прикидывается доброй, вот. Я с ней пообщаюсь пару минут, как пока она добрая. Вот, я твои часы в носу увидел. Спасибо, что показала. Чё? Говорю, я твои волосы в носу увидел. Спасибо, что показала. Не за что, обращайся. Вот, куплю тебе... Что? Что-нибудь. Что там? Выруби его. Заебал. Почему ты такая милая? Я же...
Знаешь, что ты сервер. Короче, все, присоединяйтесь новые люди, как бы. Ой, что там написано? Что за... Подожди. Первое супер-сердечко. Супер-сердечко. Кто-нибудь... Да. Присоединитесь кто-нибудь. How old are you? I'm... Fuck. Давай, присоединяй. Подожди, кого? Вот, а, это еще. Давай вот это вот. Да, вот нет, давай тогда раб какой-то, а нет. Да какая нахрен разница? Лёх, мне без тебя так плохо. На сердце суматох, я точно говорю. А Иванов пел сердце моток. На сердце суматоха. Какое сердце моток? Я не знаю, что он пел. А можно там? WhatsApp точно говорю. Ouais, ça va, les filles? А comment je regrette de l'avoir appelé? Goodbye. Я не понимаю. Ой-ой-ой. Да нет, да подожди, вот. Так это... А, это тот же сам. Все, пока. Давайте кто-нибудь новый. Два прекрасных ангела. Спасибо. Привет. А кто говорит? Москва. Подожди, а как это убрать? Говорит Москва. Внимание, говорит Москва. Подожди. Давай. Что случилось у вас? Что? Стой. Что ты хочешь? Подожди. Что пошло не так? Да, блин. Всё нормально. Соберите так, все, девчонки, соберите. Почему ошибка? Да, блин. Ладно, ничего. О. Кто-то, я не знаю, кто это. Тот же. Куплю всем пиццу. Мне? Всем. Поэтому говорят, что вот я им не нравлюсь, вот поэтому пускай я добавлю другого. Я говорю... Иностранцы одни. Ненавижу я ваших иностранцев, просто вот они. Иностранцы, блин. Все. Я люблю иностранцев. Я люблю иностранок. У нас Олег. Ребята, кстати, это вот Олег. Напомнись, это Олег, он би, и у него биполярное расстройство. Да? Нет. Кстати, у меня друг тоже Олег, у него тоже биполярное расстройство. Даже похож, в принципе. Что там? Знаете, вот кто это исполняет? Вот если ты не угадаешь, то ты лох. Это не мне вопрос, правильно? Тебе? А мне что? Нет, я просто хотел в тишину поймать. Думал, вы там еще кого-то пригласите. Может, мы там поддержим полностью беседу. Вот. Раз я вам мешаю. Ты особенно... Так, подожди, стой. Лёх. У нас тут очень весело. Давайте кто-нибудь еще присоединиться. А то у вас что-то как бы 85. Так нет, ну просто ты так слишком сильно очень коварно там пытаешься, чтобы я клоуном был, что ли. Нет, не надо. Вот, пускай присоедините кого-то, и вот, и мы пообщаемся вместе тогда. А то, блядь... Все, иди поспи, тихо. Я выйду, окей, не вопрос. Да ладно тебе, не обижайся. Ну, бля. Первое правило. Не доводим мужчину до слез. Как вы видите, я его сейчас нарушила. Но в редких случаях можно, когда нет, вообще никогда нельзя. Как школа? Вот так вот. Не, на самом деле нормально, кстати. Пойдем посмотрим нашу штучку. Пойдем. Нам еще нужно... А у тебя нет? Пауэрбанка. Ну, есть, но он сгорел. Встань с твоего тапка! Давай. О, кстати, в натуре. Блин, у меня сейчас может сесть телефон, у меня 3%. Ну и ладно.
случился. My WhatsApp. Вам понравилось сообщение, которое я отправила вам в Инстаграм? Какое сообщение? Какие Инстаграмы вообще? У меня нет Инстаграма, ты что? Пися, танцы. Сосисочки, макушки. Оль, по сосиски. Уже 120. Алиса, по сосиски. По сосиски. А! Эти вкусные. Ну, естественно, как это могло быть? Да, вот так вот. Алиса, пойдем, нам нужно делать... Да у нас 132 человека, Таисия. Таисия, 132 человека. Приятного аппетита. Спасибо. Он нас смотрит 123 человека. Таисия, давай со мной. Может, взять вилочкой, может, просто рукой выпирать. Ну, ешь, Таисия, я сейчас не хочу, я потом. Кушай, кушай, не смотри. Не пальцы. А голодает решила, да? Ага. Я не хочу. Хочешь? Ну, может, вторую. Ну, овощи он возьмите. Возьми вам овощи. Можем полу поесть потом. Полу он возьмите, там сковородка. Куда так много? Гречка. Нам на две штучки. Это что-то. Очень много. Нет. Да. Кто из тебя, как думаешь, да куда так много? Алиса. Из этого много, кроме меня. Я не знаю. Господи. Подавишься. Макуч? Да. Что, подравишь, что ли? Видишь еще? Я вижу. Сосисочки. Не сосисочки, а колбасочки. Колбасочки. Там вкусные, да, Лиза? Едобные? Вкусно очень. Но, съешь. Я, правда, чуть-чуть пережарил. Да не, вкусно. А нет, этого ставлю еще круче. Угу. Ну, как бы да, у них шарм такой появился. Но я не планировал так сильно поджаривать, конечно. Греча у нас с этими, с перцами. Греча с перцами жареными, а там тоже с жареными перцами. Что у нас есть? Мы вам Ривьера дель Вера не предлагаем. Вы же не любите. Хотел спросить, ты вообще с кем разговариваешь? Нам Алексеевы передали бутылочку Ривьера дель Вера. Который тебе такой? Скажи, нашему теплорице. Впрочем, кажется, надо закончить эту трансляцию. Давай просто походим. Что-то такое холодное. У меня оно не там хранится.